Судьба участка земли под строительство административно-делового центра стала одним из первых вопросов на сессии городского маслихата. Будут ли возвращены государству 364 гектара, переданные в частные руки, поинтересовался председатель городского филиала партии «Нур-Отан» Умерзак Мельдиханов. Вы говорите, под строительство выделено 364 гектара, но мы насчитали всего 90 свободных гектаров. Где вы собираетесь брать остальную землю? Арине Бостурган Жержо. Сегодня мы не можем сказать, что все 364 гектара земли свободны. Часть земли находится в частных руках, но мы попытаемся договориться с ее владельцами, заключив двухсторонний договор. Если договориться не получится, тогда будем обращаться в суд. Деньги на проектно-сменную документацию уже выделены. Много вопросов возникло у депутатов и к чиновникам от образования. Одна из причин – низкие показатели при сдаче ЕНТ. Занять третье место в республике по качеству образования, о котором мечтали шымкентские педагоги, с 72 баллами нереально. Впрочем, измерять знания только результатами единого тестирования не стоит, считают руководители городского образования. Конечно, я согласна со всеми критическими высказываниями, но почему бы нам не вспомнить и о тех наших учениках, которые занимали призовые места на школьных олимпиадах. В заключении сессии депутаты маслихата приняли решение провести ряд мероприятий по улучшению качества школьного образования.